Всем привет, с вами Коба, и сейчас я играю на своем сервере в Майнкрафте. Вот я уже поставил сундуки, в которых ничего не будет, это так чисто для красоты. И уже сейчас я начну ставить такие драгоценные для вас подарки, я считаю так. Но чтобы не было такого уж слишком такой здоровой дикости, я уберу золотой блок, чтобы вы не делали себе много яблок, потому что фишка вся в том, что вот вы покупаете алмазы, да, скрафтили уже все, что можно скрафтить из алмазов, и идете его просто продаете, покупаете золотой блок. Ну, в общем, вы меня, наверное, поняли, и делаете себе яблоко. Я не хочу, чтобы так было, потому что это будет слишком уж тупо. Так, 57, админ шоп, 1 фри. Все, давайте, налетайте, ребят. Так, это что, 42? Админ шоп, 1 фри. По одному блоку, потому что если уж по стакам, это будет слишком уж жирно. Так, давайте еще еды. 364. Так, рамка. Так. Админ шоп. 1 фри. 364. Все. Ну, еще, в принципе, подарков больше, я думаю, никаких не надо. Сейчас еще поставлю чисто сундуки. Да и, в принципе, все. Наверное. Нет, это уж слишком. Так вот и вот так вот. О. Всем. Ну, так. Всем. Нет, всем счастливого Рождества и Нового года. Варп. Ёлка. Ну все, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Вот такое вот небольшое праздничное предновогоднее видео получилось. Сегодня всех жду обязательно в 19:00 по московскому времени. Будем запускать фейерверки, так как не для многих, не секрет, что вот уже скоро, то есть даже сегодня уже будет Рождество. Так, ну что ж, всем спасибо, ставьте лайки, до свидания, подписывайтесь на канал, IP в описании, IP сервера в описании. Всем пока!